Физика в промышленности, энергетике и медицине. Роль науки в жизни отдельного человека и страны в целом обсуждают сегодня в Академии наук на 6-м конгрессе физиков. Взять хотя бы медицинский аспект. 30 новых разработок только на основе лазерных и плазменных технологий. Среди последних аппарат для помощи в лечении сердечных заболеваний. В будущем такие появятся в отечественных клиниках. Достоинством аппарата является то, что в нем сочетается излучение различных длин волн. Как было показано, такое сочетание значительно усиливает лечебный эффект, позволяет ускорить сроки ремиссии пациента, ну и оказывает различные благоприятные эффекты на организм пациента. Еще одна разработка – плазменная струя для быстрого заживления ран. Использовать рекомендуют при механических повреждениях и сильных ожогах. Аппарат протестировали и в условиях полевого госпиталя. Таких разработок в Беларуси уж точно нету. Практически в каждой лаборатории, которая занимается плазмой, есть своя какая-то уникальная плазменная струя, но наша отличается тем, что она генерируется при достаточно низком по вольтажу источники питания, и, что совсем уникально, она использует в качестве плазмообразующей среды окружающий воздух. Другие источники используют гелий, либо аргон, это дорогие газы. Три дня ученые будут делиться опытом и новыми идеями для будущих воплощений. В форуме участвует более 200 специалистов.